Заканчиваешь старый, переходишь на новый. Жизнь же состоит из витков. Мне так мой гуру говорит. Ты не убегаешь, а начинаешь новую жизнь. Просто переходишь на новый этап. Забавно, что это говоришь мне ты. Как же круто в Найт-Сити. Город как город, только большой. Эдчик, это необычный город. Здесь ты засыпаешь с ощущением, что ты крут. Из больницы сказали, что в него попали 3 раза, и все рядом с сердцем. 3 пули в грудь, одна как будто до сих пор в легком. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сама понимаешь, все теперь зависит от тебя, Чика. Сколько же я этого ждал? Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Декс, ты ёбнулся! Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Декс, тебя застрелил, правильно? Пуля повредила твой нейропорт и твой мозг. Идите к Ангоне в отскокоту. Помогите. Тихо. Как себя чувствуешь? Не знаю, Вик. В ушах звенит. И всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Он часто говорил о тебе. Знаешь, мы ведь поссорились перед тем, как он уехал на это дело. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. Я выберусь отсюда, ты поняла? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Ты меня напугала вообще-то. Думал, ты решила отчалить. Нет, ты еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что хочешь сказать? Все пойдет по худшему сценарию. Нет. Но это в любом случае будет большой риск. Если у нас не получится. Короче, чё будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Шути. Понимаю. Даже я к ней слегка привязался. Это Ви. Она за материалом. Ви, это Джуди, лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю. Ой, в чем дело, Ви? Ты чем-то больна? Можно выкинуть менеджера из корпорации, но корпорацию из менеджера не вышибешь. Джеки, я тебе, наверное, звоню в последний раз. Времени у меня осталось мало. Похоже, дело так или иначе движется к развязке. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. О, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. И несмотря ни на что, ты человек пришлый. Причем и знает Сити, считай, из другого мира. Спроси по нам, она знает.
понимает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол, исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью Альдекаль. А для своих семья всегда сделает все. Готова? Я готова. Теперь ты одна из нас, Ви. Ты Альдекальда. Круто, что спасибо ты теперь тебе, с нами, Ви! И не волнуйся, доставим мы тебя в этот Микоши. Правильно говорю? Добро пожаловать в семью. С сегодняшнего дня тебе больше не нужно решать все самой, Ви. Всегда будут те, кто тебе помогут. Ты привыкнешь. Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Вот теперь все круто. По нам. Мы едем домой.